Так, привет всем. Ну, наконец-таки я собрал то, что хотел. А я хотел сделать свою типа личузу. И вот я прикупил сперва один, потом другой. Вот такие кошачьи наполнители. Кот Бегемот. 7 литров. Материал вот этот синий, он идет диатомитовое месторождение, глина, короче, диатомитовая из Среднего Урала. Написано, что где тут я читал, вот гранулы наполнителя при увлажнении не разрушаются, сохраняют первоначальный объем. Гранулы размером до 5 миллиметров и 5-10. Это вот диатомит. А это у нас Апока. Чистое сырье Среднего Урала, природный сорбент Апока дробленая. Тоже написано, что гранулы вот где-то, да, не разрушаются. Так что сейчас будем смотреть, будем составлять свою личузу. Ну или что-то наподобие. Так, это у нас Апока. Выглядит она. Сейчас я стаканчик насыплю. А вот что стаканчик, да? Вот. Похоже на целлюлит. Мелкие камушки. Написано, что не разрушается, но что-то мне с трудом верится. Она ломается прям. Вот. Раз и поломался. Сейчас мы проверим это все дело. Это у нас Апока. Будет вот так стоять. Это у нас глина. Диатомитовая. Прям вообще так отлично. Прям такая, такие классные гранулы. Но если я руками ее разломал, то что же будет в воде? Ну это мы сейчас тоже проверим. Сейчас я емкость какую-нибудь прозрачную найти и продолжим. Так, ну вот нашел баночку такую. Так, начнем мы с этой, с глины. Насыпать. Ничем насыпем, так сказать, руками. Ладно, что нам. И посмотрим, как она поведет себя. Зашипела. И смотрите, что происходит. Стала мутная. И видно, да, что она растворилась. Вот, я ее достаю и вот так вот делаю. Вот это красота. Это то, что не растворяется, написано, не разрушается. Вот такие вот дела у нас. Сейчас я помою эту и проверим мы Апоку. Ну вот, чтобы показать вам, как она с
слитая после, ну, воду слил, и что получилось? Глина, просто глина. Вот этой фирмы не покупайте, ни для котов, ни для цветов. Фунтик, уйди отсюда, Фунтик, это не для тебя. Высыпем в огород. Ну, продолжим. Так, продолжим. Это у нас опока дробленая. Помутнело. Ну, грязная, наверное. Пыль достанем. Ха. Целая, что не может не радовать. То есть опока, так сказать, работает. Что не скажешь о глине, которая вообще не порадовала. И вот она. Вот такая. Прям даже хоть что-то, да? Ну, не разрушается, это точно. Еще раз поболтаем. Это мы помешаем с Целей, там, с Барсиком. Сейчас пойдем солью и покажу. Вот такие камушки. Все целенькие, чистенькие. И все хорошо. Вот Фунтик. Вот Личуза. А вот Барсик. И все будем мешать. Нет, Личузу я оставлю целую. А Барсик смешаю с опокой однозначно. Вот так она выглядит. И смотрите, что я нашел. Шарик, как это, каучуковый, бонусом дочке играться. Вот такая штука. Сейчас засыплю Барсика, перемешаю, и будет хорошо, и будет счастье. Ну все, вот перемешал, и нашел я еще один. Короче, два шарика каучуковых в этих пакетиках. Я так понял, это для котов. Ну, игрушки бонусом. Что могу сказать? Вот это вот не берите. Она красивая, но размокает. Она вон рассыпается даже. Опоку вот такую вот. Бегемот. Вот бегемот. Можно брать смело. Цена 120 рублей за 7 литров. Еще мне такая мысль посетила. Это. Цветочники, наверное, лучше знают кошачий этот, как его, наполнитель, какой размокает, а какой нет. Хоть это, идите этим, с консультантами в магазин. Да, Фунтик? Да. Ну, вот такое вот видео. Всем пока, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем пока.